Всем привет, привет. Канал «Пиратская жизнь». Ну что, все сделали на могилке? Давай. Чистота, порядка, покой. Он сейчас тоже. Оставь его там. Да, вот сейчас. Люди тоже приехали. Это сегодня действительно какая-то суббота. Там родительские субботы полно, по-моему, перед Пасхой. Я же тебе тогда это читал. Ага. Что каждая суббота, воскресенье. Ну да. Ну сегодня суббота считать. Так что все хорошо. Сегодня погода еще такая солнечная, хорошая. Как раз пролили все, что надо. Пролив, порядок. В общем, красота. Вот. Сколько? 20 минут? Полчасика где-то и все. Делух-то. Вот. Спокойствие теперь на душе хоть. Ладно, едем сейчас, короче, в Мегу. А, тем более тут рядом. Вот там пошарахаемся. По традиции, надо бахнуть кофеечку. Встань. Да. Давай. Что-то мы приехали, я говорю, хочу вкусные точки, хочу картошки. Фри. Не знаю, почему так хочется вообще картошку фри. Тысячу лет не ела. Вкусные у меня. Картошки фри именно в этом. Соленый карамель. Где это есть, да? Что-то давай. Не знаю, там есть, нет. Соленый карамель. Не, нету, там уже закончилось. Нету. Не. Мне давай вот это, кленовый пекан. Хит, парад. Стаканчик, да? Давай. Что-то маленькие какие-то. Стаканище-то. Раф, 100 рублей. Итак, вот так, сейчас сходим, прогуляемся. Надо сначала в магазин сходить, посмотреть, а потом уже, может, что-нибудь закусим, перекусим. А то что у меня тогда уже аппетит проснулся. Гороховый супчик уже переработался. На воздухе-то, понимаешь ли. Очень так, когда погода хорошая. Гулять. Ты себе здесь возьмешь? Он говорит, там что-то нету автобусов. Бесплатно, которые здесь обычно ходят. Здесь же многие приезжают сюда на автобусах, чисто там пошопиться. Очень много сюда молодежи приезжает, подростков, которые просто здесь тупо целый день трутся. И все. Такие дела. Да, под палочку сломала. Ну, как неудобно, одной рукой. Короче, вот так фетчу. А у тебя столько стоит? 60. У тебя 60, а у меня 100? А что у меня так дорого? У меня элитный. Кто бы сказал? Хорошо. На машинке есть около как-то. А, тут всех знаешь, еще работает до сих пор, что ли, да? Некоторые, да. Да. Еще некоторые работники здесь работают. Я тоже не знаю. Кто же тебя узнал? Знаю, нет. Он меня не видел. Давай, поедем. Как жалко, что Икея-то закрылся. Такое, знаете, градообразующее предприятие было. Сейчас что-то другое там хотят открыть. Он говорит, какая даже библиотека будет. Чего только не сделают. Да. О, вата. Набивай мишку. Как помнишь этот вот? Покупаешь чехол и набиваешь этой ватой. Угу. Мистер Миш. Угу. Покупаешь чехол мишки и засовываешь. Да. Ну. Да, да, да. Где-то мы еще подобный магазин видели. В Таиланде, что ли? Ага, не помню. Знаю. Лямочки. Это что за лямочки? Да, ремонтные работы. И народ, конечно, все маловато. Раньше здесь, по-моему, больше было, здесь да? Здесь вообще прям навалом было. Толпами лазили. Туда, туда. А сейчас никого, туда, да? Сейчас... Дороговато стало людям. Ну да, ну да. Сюда. Сюда вообще. А бесплатных сейчас нету, да, автобусов? Только по выходным. Угу. Так вот. Только раньше мы ездили из трех мест. Это в год, я час. Два только. Угу. Завод и верхняя часть. Понятно. Че? Какой магазин? Михаил Фабрика. Елена Фурс. Ну, сейчас это не особо актуально. Ибо уже. Лето скоро. Не знаю, летом кто-то покупает вообще шубы, дубленки. Непонятно. Вот, чтобы дойти до спортмастера, походу через весь торговый центр пройтись. Ну, здесь самый большой, считается, спортмастер. Он самый большой в городе. Большой спортмастер. Ищем Вовану сандали на лето. Нормально. Что ты видишь? О, кстати, да, прям выставка. Ух!
Пошли. Я, кстати, тебя вот венчу взяла. Смотри, какие нравятся. Ну, проходи, проходи. То у тебя нету. Подошва такая более-менее мощная. Не хорошо, сотрется. Да. Не натрется тебе, да? Не сотрется. Быстро, по крайней мере. Хорошо, так даже подошла. Ну, сделано так же, как у меня. Чё, видишь, какая-то штука от грипп. Прикольно. Ну, вот эти вот можно рассмотреть, да? Ну. У меня там, по-моему, даже бонусы есть какие-то. Вон еще всякие разные. Вон, посмотри на стенде. Вот Нортланды, смотри-ка. Нортланды, кстати, легкие, мне хорошие. Ну, с белой, конечно, так себе. Вот. Тоже такая же, но что-то она быстро сотрется, вот это все. Дело сотрется. Вспомни, как у нас все стирается. Да, много мы ходим. Очень много. Толще надо брать. Ну, померьте. Ну, хотя они, в принципе, плюс-минус такая же цена. По 5000 получается идут. А вот венчик вообще тонкие, видишь. Конечно, здесь они более жесткие, но. Ну, попробуй вот эти вот. Нортланды. Надо мерить. Попробовать. Они, по-моему, такие же, ну. Ну, смотри. Тоже скоро уже весна, лето. Уже будет перебываться. Мало вдруг куда поедем, нам даже ходить не к чему. 40-й. Тебе нужно только начни же, смотри. Где-то там. Вовки покупаю. Какие темные? Черные. Я думаю, лучше они черные. Они не регулируются. Не регулируются? Давай найдем вот эти вот аутвенчеры. Ну, короче, померяйте, если надо будет. Найдем. Сейчас он, мальчик все равно ходил. Смотрю, спрошу. Прям носок мерей. И все. Вот такие вот 5000. Сейчас зацени. Просто у тебя сейчас вообще нечего носить, если что. Я, кстати, себе тогда подобное тоже в мужском отделе подберу. Вот. Нормально? Ну-ка, поверни. Нормально. Тебе нравится? Пробуй поискать. Те, да? Темненькие. Сейчас посмотрим. Еще одни аутвенчер. Темненькие. Они, кстати, лучше. Лучше? Но они как-то более такие широкие, смотри. Да, да, да. Распластные. Более немного. Мужские. Думаешь, более мужские. Лап у нас это все равно такая. Широкие. Угу. А здесь вот не тянет, нет? Нет. Нет, нормально. А, видишь, здесь зафиксировано, здесь зафиксировано. Одень оба. По мере нормально, чтобы было. Чтобы это наверняка уже. Надо носков, кстати, купить. Я уже рвутся, у меня тоже надо. Еще носки купим. У меня там, слава богу, бонусов еще 1700. Как всегда. Такие больше хочешь, да? Не будет натирать-то, а то 5 значит будешь. Ой, не натирает там туда-сюда. Тайские кожи. Ну, хорошо, что они со всех сторон регулируются, да? То есть можно подогнать под себя чисто. А те небольшие, не? Встань, пойди. Давай посмотри. И как бы нам, блин, двух платформ. Одна вот тут вот, одна на пятке. А посередине пустота и как бы проволока валиваешься. А ничего, что вот они вот здесь как-то мне не нравятся, когда ты вот сейчас вон, видишь? Что? Она, видишь, как будто как большая вот эта вот. Хлябывается, не? Есть немножко такое, что ли? Может, все-таки Нортланды? Нортланды? Мне кажется, Нортланд они получше, чем Винчер-то. Суть, они одинаково сшиты, вроде как, нет? А Нортланд только вот регулируемые серые, да, только вот эти вот? Что? Одень вторые Нортланды. Вот одну ногу оставь, вторую Нортланд одень. Проверим. Что-то нормально же выбрать. Хорошее, правильно? Это будет ходить. А то мы тебе выкинули уже, что я выкинул, что он. За 3 месяца в Тае, как говорится, на пыли тайских дорог они были все. Здесь нет. Какашку. Вот эти, мне кажется, более как-то аккуратно сделаны. Это как... Здесь нет. Такой боковой, видишь? Какой боковой?
Ну, вот эта штука. А. Да, мне кажется, они как-то посимпатичнее. Ты еще смотри, как вот эта вот нога, вот, чтобы они мягко были. Когда ты идешь вот так вот, чтобы было, ступню сжимаешь. А чтобы понять, какие тебе удобнее, лучше сразу двое. Мягкая. Да, это здорово, чтобы не натиралось. А здесь жесткая. Здесь тоже мягкая. Ну. А вот здесь, я тебе говорю, она будет натирать. Вон, видишь, какая? Швы. Видишь, какие? Полюбасу будет натирать. А здесь мягенькая. Мне Норфланд больше нравится. Они как-то более аккуратненькие. Те какие-то как страшные. Здесь видишь у меня то, что то с кастрюлей. И что? То есть вот она как раз и делает вот эту штуку. То есть вот так ее. То, что здесь видишь, это рукава здесь и здесь. То есть они как бы зафиксированы с этого. Ну я поняла. Но я тебе говорю, мне больше нравится, как у тебя смотрится вот эти. Встань, походи. Ну положи ты этот. Ты именно походи, именно походи. Немножко выше. Выше? Да. А нам нужно выше. Ты у нас должен быть выше. Немножко мне выше. Нравится больше вот эти. И плюс это, когда наступаешь, ну. Я не знаю, что там. Но вот это вот как бы... Прожимать, вот продевать? Как поддерживает. Ну, а это хорошо, это значит ортопедически. Давай Норфланд возьмем. Давай. Подожди, я пойду посмотрю, может, есть такие же, только темные. Темные, да. Вот. Либо вот такие вот хаки зеленоватенькие. Я думаю, серые лучше. Либо серые. Ну-ка, Да не то. Ну да, лучше серые. Нет, лучше все темные. Но с регулируемой вот с этой вот спереди, только такие вот. Ну что, нормально. И подошва хорошая. Да, такие возьми. Серенькие. Я больше носить. Но она сказала, сейчас еще посмотрит. Может, какие другие варианты есть. Ой. Все. Нормальные мы купили. Вот эти брали. 3,5 тысячи получилось. Еще 4 тысячи бонусов придет. А я не помню, какие вот. Надо взять. Я хочу не очень длинные. Вилсы. Три пары. У нас такие все были. Вилсы. О, 279. Хорошая, кстати, цена. А это не те? Нет. Вот еще так. 400. Это длинные. А-а-а. Точно длинные. Вот для кроссовок и для этих. А тебе что-нибудь типа Колумбии нету? Колумбии? Да. Я понимаю, если хочу, все так. Колумбийское. Такие вот тоже прикольные. Вот, кстати, тоже, смотри, классные. Легкие, дышащие. 500 рублей. Дорого. Чего? Пума. Пума? Не, пума не хочу. Такие вот есть. О. А колумбийских нету? Вот еще пумы такие. Есть у нас дома вроде носки, ну, блин. Темновые, красивые. Филя. Филевские. Найк есть. 600 рублей вообще. Найк, Адидас есть. За три пары. 600 рублей. Вот филя. 39-42. Вот Найк. Найк. 46. 37-39. Вот такие, по-моему, у нас были, да? Абибас. Абибас? За 1000 не хочу. За 2000 я бы уже сказал. Ну это же Абибас. Да я что, тубус руху. Они я летят говорю, как вот не Абибас. Вот Вилсон. Ну да, кстати, самый оптимальный. Кстати, во, по акции. Смотри, как. Там три пары. Они еще и по акции. Здесь две. Нормально все. Вот, ну, вот мы сейчас такие вот одеты. Вот. Такие? Да, сейчас одеты. У тебя, наверное, тоже они уже летят. Может, у тебя есть еще такие дома? Ну, или как нет, сказать, я уже выкинул. Парочку, да? Две или три пары. Я к тебе, к тому, что надо тебе еще такие, нет? Я себе вот такие-то возьму. Вот. Вот такие вот. 43-46 не надо. Вот такие вот возьму, нет, и все. Они как раз по акции 320. Вот у меня как раз... А, подожди, 43-46 мне не надо. 39-42. Вот. 42? Вот я жду. 35-38. Рядышком, значит. Или ниже. Ниже, гляди. А здесь нету скидки. 39-42, вот, со скидкой. Ой, подними, пожалуйста. Вот такие вот возьму. Все, давай еще носки возьмем. А где капи? В смысле, не капи, а это... Чего? Колумбийские. Колумбийских нету, да, походу? Чего? Колумбийских.
Колумбия. Колумбийские мои. Ну, здесь большие. Это, во-первых, маленьких нету и теплые. И большие, да, длинные. Вот. Да, ну, они на теплые. Лето. Не теплые. Жалко. Здесь нет там. Не, колумбийские это хорошие. Я вот на зиму брала их, прям они классные. На зиму. Вот они, вот те зимние. Да. Ну, на зиму мне не надо. Вот. Вон еще какие-то тоже. О, еще какие-то, смотрите, новые. GSD. Вообще 250 рублей. GSD. Он 39,40. Переопущись какой-то бренд. Ага. Может, такие, давай себе вот такие вот возьму. Для пробы. Такие вот. Вроде неплохие. Розовенькие, беленькие. Хотя не, розовый терпеть не могу. Господи. Фу-фу, я не любитель розовых. Во, кстати, смотри, вот, напротив тоже колумбийские. Но они тоже все толстые какие-то. Все зимние. Да, они все толстые какие-то. Термит? С какими таракашками. Таракашками? Да. Термяшками? Термитиками? Да. Вот тоже. Вот задайся. Протест. Во. Термит. Вот и, кстати, прям прикольно. На ощупь. Сколько здесь стоит? Термит только тоже. А вот такие сколько стоят? Протест. Прикольно. Все, еще носки купили колумбийские. Колумбияо. Не, они хорошие, действительно. Прям очень долго носятся. Такие прям, знаете, мягкие, удобные. Там еще мне понравился протест. Только что-то мы ценник так не нашли. Все, короче, кучу денег потратили опять. Вот. Все, Бобка у нас теперь со шпингалетами. Теперь у нее тоже есть. Теперь можно ехать куда хочешь. У меня есть шлепки, у него есть шлепки. Можем сорваться или вымыть. Ну что, заяц, ты доволен? Нормально. Нормально? Отлично. Ну-ка. Довольно. Есть таракань. Так. Аскона. Это мы уже по-другому пошли. Отделение. Ветки. Вон тебе тоже, пожалуйста, тифаль, блин, сколько хочешь. Везде. Ламода. Все. Хорошие такие шлепушки. Пума, тоник, газ. Хочешь, блядь? Да, спасибо. У меня все есть. Там все, у меня все есть, спасибо. Слава богу. Прикольно, вот там девчонка, короче, это продает. Дорожки там все спортивные, вот Ямагучи, там, Ямагучи, да, и этот дорожка беговая, и просто идет тын-тын-тын-тын. Молодец, как тренируется во время работы. Ну, чтобы не застаиваться, красотка. Вот. Хотя нет, смотри-ка, народ-то больше стал. Прям нормально так. То вроде никого не было, то ведь народ понабежали. Арматек. Андей. Ой, магазинов куча. И ничего тут и не закрылось у нас. Все есть. Красота. Вон, мне опять не дают есть. Опять сказал, что это все. Тихудеть надо. Нефиг сжать картошку. Растолстела, разжирела. Все. Поехали домой. Будешь салат жрать. И на беговой дорожке бегать. Видите, не дает мне кушать. Вон тебе куртки продают. А Снежная Королева. Вот так вот, девочки, хотела устроить мукбанг, вкусная это, вкусная точка, МакДакел, ну, не дают, значит, только. Пуховичок. Помню. Такой блестящий. Вот отсюда. Отсюда. Не кормит меня, не дает. Жирный меня обозвал. Чего? Жирной свиньей назвал. Сказал, разведусь с тобой, еще на грамм потолстеешь, я зафиксировал. Все, я с тобой разведусь, все. Ты мне теперь ботинки купила, все, иди нафиг. Жирная корова, так сказал, прям так сказал. Чего? Да-да. А еще он назвал меня земляным червяком. Желтым. Вот так вот, видите, нехороший человек. Так что ладно, придется. Вот я ему покупаю, он мне даже пожрать не дает. Да и нет, кто тебе мешает. Там купись обезьянку и набей ее. Вон ваты. А куда там набивают? Вон там. Взад, да? По-моему, куда-то. У меня одна есть обезьянка. Ладно, поедем в сторону дома. Покатаемся сейчас, может, еще. Все, мои хорошие, любим всех, целуем. Весь следующий выпуск. Подписывайтесь на наш канал.
прогуляемся, походим. А что, мерч продаем? Увидимся в следующих выпусках. Увидимся. Пока-пока.